Женщины-калмыкии приняли участие в квест-игре «Выжить в степи». Мероприятие реализовано в рамках республиканского проекта «Тыгын Сувсын», а также в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения культурного наследия калмыцкого народа и пропаганды здорового образа жизни. Мне очень понравилось. Это впервые у нас в Калмыкии такая игра, именно с такими интересными испытаниями. Вот, испытания все с национальным компонентом, да, значит, игры на гонки на верблюдах, стрельба из лука, командные игры, эстафеты спортивные, значит, конкурсы были на знание юрялей, обрядов, значит, благопожеланий. И в дальнейшем мы планируем также поддерживать это начинание. Калмыцкий дом национальности проводит уже неоднократно различные мероприятия, направленные на культуру, сохранение культуры, истории народов Калмыкии. И первая игра посвящена именно калмыцкой тематике. Я надеюсь, что в следующем мы в дальнейшем будем подключать и другие культурные диаспоры, рассказывать о культурных традициях других народов. Как говорят организаторы, главная цель игры – изучение истории, традиций и культуры калмыцкого народа. Каждая участница продемонстрировала свои способности в знании родного языка, калмыцких юрялей, умению разгадывать народные головоломки. По итогам соревнований участниц, набравших наибольшее количество баллов, ждали дипломы и призы. Эта игра будет несколько сезонов. Приглашаем всех желающих принять участие в нашем проекте.